Мне выдалась сегодня возможность кратко изложить информацию. Today I got an opportunity to present briefly my information. Информацию о том, кто же Григорий Гробовой, основатель, автор учения о спасении и гармоничном развитии. Information about the author of the teachings of salvation and harmonious development, Григорий Григорий Гробовой. Григорий Гробовой – исследователь, ученый. Григорий Гробовой is a researcher, is a scientist. Автор оригинальных работ по прогнозированию событий будущего. He is the author of original works on forecasting of the events of the future. По управлению событиями. And on control of events. Григорий Гробовой создал учение о спасении и гармоничном развитии, целью которого Григорий Гробовой created the teachings on salvation and harmonious development with the goal это всеобщее спасение и спасение лично каждого of the universal salvation and salvation of each person individually. Обеспечение вечного, созидательного, гармоничного развития. And ensuring eternal, harmonious, creative development. Основным методом достижения цели учения Григория Гробового The main method of achieving the goal of the teaching of Grigory Grabovoy is является обучение всех технологиям учения Григория Гробового. Teaching everyone the technologies of the teachings of Grigory Grabovoy. Именно научная основа, научный фундамент знаний учения Григория Гробового Exactly the scientific basis, the scientific foundation of the teachings of Grigory Grabovoy дает возможность передавать эти знания всем людям. Make it possible to transfer this knowledge to all people. Независимо от их индивидуальных особенностей. Irrespective of their individual abilities. И мы с вами сейчас присутствуем воочию, в настоящее время или участвуем в процессе. And currently we are directly participating in the process. Создание системы передачи знаний учения Григория Гробового очно. Of creation of systems. Of transfer of the knowledge of Grigory Grabovoy directly. Потому что в образовательном центре обучения учению Григория Гробового Because in the educational center on the teachings of Grigory Grabovoy происходит обучение в соответствии с образовательной программой учения. The teaching is conducted based on the educational program of the teachings. И каждый человек может получить системные знания и использовать их в своей жизни. And each person will be able to receive systemic knowledge and use this knowledge in his own life. Григорий Гробовой, доктор физико-математических наук. Григорий Гробовой is the doctor of physical-mathematical sciences. Доктор технических наук. He is doctor in engineering. Профессор по специальности «Безопасность особо сложных объектов». He has professorship in the safety of especially complex objects. Григорий Гробовой зарегистрировал патенты на изобретения. Григорий Гробовой received patents for inventions. Способ предотвращения катастроф и устройства для его осуществления – Method of prevention of catastrophes and device for its realization. И система передачи информации. Information carrying system. Григорий Гробовой получил сертификаты лицензии на открытие. Григорий Гробовой received certificates licenses for discoveries. Открыл создающую область информации.
He discovered the creating a field of information. Создал теорию волнового синтеза. And created the theory of wave synthesis. Учение Григория Гробового – это истинная наука. The teachings of Grigory Grabovoi is the true science. Григорий Гробовой говорит. Григорий Гробовой says. Основополагающим моментом в моей науке является практика. The basis in my science is practice. То есть достижение нужного результата. That is the achievement of the desired result. Основным критерием в моей науке The main criterion in my science является достижение нужного результата созидательным путем. Is the achievement of the desired result through the required way. Приложением к первой докторской диссертации Григория Гробового явилась книга «Практика управления. Путь спасения». The supplement to the doctor's thesis of Grigory Grabovoi was the book The Practice of Control, The Way of Salvation. В трех томах. Three volumes. В них размещены свидетельства о результатах практического применения Григорием Гробовым. These books include testimonies on the practical results of usage of the teachings of Grigory Grabovoi. Методов, разработанных Григорием Гробовым по управлению событиями. Of the methods developed by Grigory Grabovoi on control of events. И предотвращению возможных катастроф любого характера. And prevention of possible catastrophes of any type. Хочется несколько слов сказать о том, как это начиналось. I would like to say several words how it started. По крайней мере, в том ракурсе, в котором мы с вами это видели, были свидетелями. At least from that perspective, which I witnessed. В первом томе книги «Практика управления. Путь спасения». The first volume, «Practice of Control, the Way of Salvation». Размещены свидетельства работы по диагностике авиационной техники. Includes the testimonies of work on diagnostics of aircraft equipment. На базе национальной авиакомпании Узбекистана. And on the basis of the National Airlines of Uzbekistan. Эта работа проводилась в условиях реального производства. This work was carried out in the conditions of real production and real operations. В 1991 и 92 годах. In 1991 and 1992. Благодаря своим способностям управляющего ясновидения и управляющего прогнозирования, due to the abilities of controlling clairvoyance and controlling forecasting, Григорий Гробовой со 100% точностью диагностировал неисправности. Григорий Гробовой diagnosed all the faults with 100% accuracy. В различных узлах самолетов. In various units of aircraft. В результате были предотвращены авиационные аварии. As a result, aircraft accidents were prevented. Спасены люди. People saved. А также практически и научно была доказана возможность. And also practically and scientifically a possibility was proven. Прогнозирование событий катастрофического плана. To forecast the events of catastrophe type. И предотвращение их через использование естественных природных возможностей человека. And prevention of such catastrophes using the natural abilities of people. Генеральный директор национальной авиакомпании Узбекистана. The general director of the national air company of aircraft company of Uzbekistan. Рафиков Гани Мазитович. Рафиков Гани Мазитович. Высоко оценил возможности, открывающиеся благодаря методам Григория Гробового. Highly evaluated the possibilities which were opened due to abilities and capabilities of Grigory Grabovoi. В свидетельстве, которое оформил генеральный директор, the director general also documented his testimony. Он написал. And he wrote.
Знания, которые имеет Григорий Петрович Гробовой, the knowledge, which knows Grigory Grabovoy, открывают человечеству новые горизонты в познании законов мироздания. Open for humanity new horizons in cognition of laws of the universe. Григорий Гробовой на основе патентов создал прибор. On the basis of his patents, Grigory Grabovoy created a device. Прибор позволяет прогнозировать и предотвращать возможные катастрофы любого порядка. The device makes it possible to forecast and prevent possible catastrophes of any type. Схематическое строение прибора вы видите на слайде. Here you see the draft, the design of the device. Прибор назывался кристаллический модуль. The name of the device is crystalline module. Прибор представляет собой оптическую систему. The device is an optical system, созданную на основе кристаллов. Which is created on the basis of crystals. Сущность прибора. The accuracy of the device. Сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы. Is light irradiation from the supposed area of the possible catastrophe. Обрабатывают при помощи оптической системы. Is processed with the help of the optical system. Содержащие чувствительные элементы. Which contains sensitive elements. Изготовленные из кристаллов. Produced from crystals. Например, из горного хрусталя. For example, mountainous crystal. В оптической системе формируют нормированное излучение. This optical system forms normalized radiation. Для нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы. To normalize situation in the zone of the assumed catastrophe. Данный прибор был апробирован в реальных условиях. This device was tested in natural conditions. Было доказано, что прибор может прогнозировать и предотвращать природные катастрофы. It was proven that the device is able to forecast and prevent natural catastrophes. Катастрофы техногенного характера. And man-made catastrophes. А так как любая локальная проблема в организме тоже может рассматриваться как локальная катастрофа. And since any problem in the organism of man can be also considered as a local catastrophe, значит, прибор может прогнозировать и предотвращать развитие проблемных процессов в организме человека. The device can forecast and prevent the development of such processes in the organism of man. С подробным описанием прибора можно познакомиться в описании патента. You can read the detailed description of the device in the description to the patent. В настоящее время. Currently. На основе патентов создан следующий прибор ПРК-1У. Based on the patents, the device PRK-1U has been created now. Прибор развития концентраций. This is the device for development of concentrations. Через развитие концентрации происходит ускоренное развитие сознания и духа человека. Accelerated development of concentration and spirit of man takes place through the development of concentrations. Прибор развивает управляющие сновидения. The device develops the controlling clairvoyance. Организует концентрацию вечной жизни по управляющему прогнозированию. Organizes concentration of eternal life on the controlling forecasting. Концентрацию вечной жизни по любому событию. Concentration of eternal life on any event. А также концентрацию вечной жизни по омоложению. And concentration of eternal life on rejuvenation. Прибор выделяет спектр частот. The device determines the spectrum range of frequencies.
который соответствует именно вибрационным характеристикам макроматерии. Which corresponds to vibrational characteristics of macromatter. То есть в структуре вечности. That is to the structure of eternity. Когда включается прибор, when the device is switched on, люди начинают чувствовать эту структуру вечности. People start feeling this structure of eternity. Возникают такие характеристики, and such characteristics appear, которые соответствуют вечной жизни, which corresponds to eternal life, такие как ощущение легкости, or such as a feeling of feeling easily, радости, joy. Если есть какие-то проблемы, связанные со здоровьем, if there are some problems related to health, люди локально ощущают приток тепла в это место. People feel local coming of heat into this place. По информации Григория Гробового, все, кто проходил тестирование прибора, based on the information received from Grigory Grabovoy, everyone who had tests based очень on the device, очень хорошо чувствовали материю вечности, felt well the matter of eternity. Значит, прибор может помогать всем людям. It means that the device can help to all people. В их высокоскоростном развитии. At their high speed development. На уровне физических законов. At the level of physical laws. На квантовом механическом уровне. At quantum mechanic level. Происходит усиление структуры вещества в сторону вечности. There is the strengthening of the structure of matter, of substance, towards eternity. Протестировать и приобрести прибор можно через сайт компании Григорий Гробовой ДО. It is possible to test and buy the device through the site of the company Григорий Гробовой ДО. Ну вот это кратко. Та информация, которую очень хотелось бы обозначить. И несколько слов о себе. I will say several words about myself. Дело в том, что сегодня по плану вот представление нескольких преподавателей образовательного центра по обучению учению Григория Гробового. Today, based on our schedule, we have to introduce to you several teachers of the educational center on the teachings of Grigory Grabovoy. Для того, чтобы все желающие, которые хотят обучаться в нашем центре, for all people who would like to study in our educational center, могли поближе познакомиться, узнать преподавателей, be able to be acquainted with the teachers. Все преподаватели имеют огромный опыт по применению методов Григория Гробового. All the teachers have extensive experience on the teaching of Grigory Grabovoy. Имеют очень широкий опыт передачи знаний учения Григория Гробового. Have wide experience of transfer of the knowledge of the teachings of Grigory Grabovoy. Посещение семинаров в нашем образовательном центре. And attending the seminar in our educational center. И вебинаров. And webinars. Может помочь каждому эффективно изучать, усваивать знания этого замечательного учения. Can help everyone to master effectively the knowledge of this wonderful teachings. Меня зовут Марина Морозкина. My name is Marina Морозкина. Базовое образование у меня медицинское. I have basic medical education. Опыт передачи знаний учения Григория Гробового более 10 лет. My experience of transfer of knowledge of Grigory Grabovoy is more than 10 years. А более 3 лет имею опыт преподавания с последовательным синхронным переводом. And my experience of teaching with the consecutive translation is more than 3 years.
В настоящее время провожу учебные и факультативные курсы на платформе компании Григорий Гробовой ДО в качестве преподавателя образовательного центра. Currently, I conduct the training according to the curriculum and elective on the educational platform of the educational center of Grigory Grabovoy. Изначально в учении Григория Гробового привлекла возможность восстанавливать и поддерживать вечно нормальное состояние здоровья. Initially, what attracted me in the teachings of Grigory Grabovoy is the opportunity to maintain my health in the good state eternally. Методами развития сознания и духа. Through the methods of development of consciousness and spirit. С 1992 года имею большое количество результатов по восстановлению здоровья своего и своих близких. I have received great number of results since 1992, results in regaining health of myself and my relatives. Оформила свидетельство международного образца. I documented the testimonies of international form. Об эффективности использования методов Григория Гробового. On the effectiveness of usage of the methods of Grigory Grabovoy. По управлению событиями. On the control of events. Свидетельства размещены в третьем томе книги «Практика управления путь спасения». My testimonies are included in the third volume of the practice of control and way of salvation. В соавторстве издано 10 книг, производные произведения по трудам Григория Гробового. In co-authorship I published 10 books, derivative works on the teachings of Grigory Grabovoy. Цель учения Григория Гробового. The goal of the teachings of Grigory Grabovoy. Обеспечение вечного, гармоничного, системного развития всех объектов реальности. Is ensuring eternal, harmonious, systemic development of all the objects of reality. Григорий Гробовой говорит. Григорий Гробовой says. Жить вечно и счастливо должны все. Everyone should live happily and eternally. Я передаю знания учения Григория Гробового с радостью и огромным желанием. I transfer the knowledge of Grigory Grabovoy with joy and with great desire. В разных странах мира проводила курсы. In different countries of the world I conducted courses. По обучению преподавателей по программе. On training teachers on the program. Вводный курс к программе обучения учению Григория Гробового. The introductory course on the training course of training teachers on the teachings of Grigory Grabovoy. Также провожу семинары по трудам Григория Гробового. I also conduct seminars based on the works of Grigory Grabovoy. Восстановление материи человека числовыми концентрациями. Restoration of human matter through number concentrations. Числовые ряды психологического нормирования. Number series for psychological normalization. Числа для успешного бизнеса. Numbers for successful business. И другие. And others. Была возможность выступления на международных конференциях. I had an opportunity to speak at the international conferences. Я очень рада новым возможностям работы в международной команде преподавателей в нашем образовательном центре. I'm very glad to get these new opportunities in the international team of teachers at our educational center. Я уверена, что все вместе мы сможем реализовать цели учения Григория Гробового. And I'm sure that all together we will be able to implement the goals of the teachings of Grigory Grabovoy. Поможем всем научиться жить вечно. And we'll teach everyone to live eternally. И я бы хотела еще одну минуту представить человека, который помогает нам сегодня понимать друг друга. And I would like to take one more minute and introduce a person who helps us to understand one another. Это Ольга Толошная. This is Ольга Толошная. Опытный преподаватель по учению Григория Гробового. An experienced teacher in the teachings of Grigory Grabovoy. И профессиональный переводчик.
and professional translator-interpreter. Спасибо всем большое за внимание. Thank you very much for your attention. Буду очень рада встретиться со всеми в нашем центре. I would be very glad to meet all of you in our center.